Добрый день. Итак, что делать, если к вам нагрянут работники полиции? То есть вы отдыхаете дома, у себя на квартире, и тут звонок, стук в двери, вы подходите к дверям, спрашиваете, кто там стоит, или, допустим, работники полиции в форме работников полиции, или же работники полиции вне формы, то есть по гражданству. Первое, это нужно немножко затянуть время. Затянуть время и по возможности, скажем так, убрать из квартиры те вещи или те документы, которые могут усугубить вашу вину. После того, как вы их найдут работники полиции. Затягивание этого вы можете спрашивать, на основании чего они пришли, зачем пришли, документы. Обязательно, скажем так, запишите, кто. Самое лучшее, это позвоните родственникам или знакомым, и в то время, когда вы будете смотреть через лазок документы этих полицейских, то есть вы будете озвучивать, кто к вам пришел, фамилия, имя, отчество, должность и все остальное. Далее, если на основании чего не пришли, есть ли ухвала суда, все остальное. Далее, обзванивайте знакомых, просите, чтобы знакомые обязательно пришли к вам на квартиру, чтобы зафиксировать тот факт, что работники полиции пытаются вломиться в вашу квартиру. Далее, если у них есть полное основание для того, чтобы войти в вашу квартиру, начинать ломать двери. Или же вы понимаете о том, что сейчас начнется действительно проникновение, то вы звоните 102, вызываете наряд просто полиции по номеру 102. Когда приедут работники полиции, если же те, которые хотят совершить его обыск, они хотят его сделать, провести незаконно, тем самым вы можете спокойно не пускать их в квартиру, и я думаю, на этом инцидент закончится. Ну, если что, вы получите кучу угроз. Если действительно работники полиции на основании документов, то есть хвал суда, хотят проникнуть к вам, то приезд тех работников полиции 102, то есть которых вы вызвали, это хотя бы будет зафиксация того, что к вам хотел проникнуть, как хотел проникнуть, то в то время вы можете, по крайней мере, уже спокойно открыть двери. У вас прошел определенный период времени, вы уже некоторые документы, скажем так, убрали, спалили, спрятали, сожгли, порвали. А также в присутствии работников полиции, которые по вызову 102, а также ваших знакомых, немножко по-другому себя будут вести те работники полиции, которые пришли делать его обыск. Плюс опять, если у вас есть знакомый адвокат, звоните, чтобы он приехал, и обыск уже проходил уже в присутствии этого адвоката. Ну, как бы все.